Айрсофтный пистолет калибра 6 мм, модель C8. Производится в Китае. Обычная картонная коробка, комплект достаточно простой. Сам пистолет, по идее, где-то еще иногда бывают шары, но они настолько низкого качества, что их отсутствие, в принципе, скорее плюс, чем минус. Данный пистолет полностью выполнен из металлического сплава, но, разумеется, есть и исключения. Именно пластиковый, хоть и живой курок, интересная, кстати, система, разумеется, он не исполняет прямую свою функцию курка, он просто является здесь бутафорским. Все прочие рычаги органа управления здесь также являются бутафорскими, разве что кроме предохранителя, который у нас тут все-таки работает. Работает примитивно, просто блокирует затвор. Также из пластика у нас накладки на рукоять и, по-моему, еще и магазин. Магазин с грузилом, все равно увесистый, но тем не менее пластиковый. Также из особенностей стоит отметить, что он небольшой. На фоне вот взрослой ладони, грубо говоря, это сделано специально. Он, так сказать, уменьшен под детскую руку. В принципе, это его основная задача данного пистолета, а именно купить ребенку, пострелять на дачке, в квартире и так далее. По своей работе это спринговый пистолет, то есть в качестве источника энергии у него пружина. Это хорошо в плане того, что не нужны расходники, баллончики и так далее. Взводите и стреляетесь. Единственный расходник ваш будет — это боеприпасы, шары 6 мм. Кстати, про шары давайте сейчас их заправим в магазин. Рекомендую прикупить себе такую простую штукенцию, что это стоит она 300 рублей, и заряжаться с ней крайне удобно. Снаряжение магазина также происходит достаточно быстро и интуитивно. Оттягиваем пружину вниз, берем быстрозарядник и через губы прям заправляем. За несколько секунд. Давайте замерим скорость. Как я уже сказал, ничего особенного, просто пистолет для ребенка в квартирку, такая вот игрушечка. Пистолеты недорогие, гарантия 14 дней, и да, кстати, еще один бонус от нас уже классический, купончик для вас на ближайшую покупку пистолета C8.